столице Бахрейна произошли стычки оппозиции с силами правопорядка. Этой ночью на улицах Манамы протестующие забрасывали бутылками с зажигательной смесью полицейских, которые применили слезоточивый газ. Запечатлевшая эти события любительская видеосъемка была выложена в социальные сети. Три дня назад власти страны ввели запрет на проведение массовых митингов и уличных шествий. Глава МВД объяснил это тем, что манифестации каждый раз выливаются в беспорядки. Власти утверждают, что речь идет о временной мере. США уже выразили озабоченность в связи с этим запретом и призвали руководство страны к диалогу с протестующими. Большинство населения здесь составляют шииты, при этом у власти в стране находятся сунниты. Шииты добиваются равных суннитами возможностей при трудоустройстве и получении социальных льгот. Акции протеста начались в Бахрейне в феврале прошлого года. На разгон демонстрантов тогда были брошены мощные силы полиции. Десятки человек были убиты, сотни ранены.